Итак, легендарный Балмуда. Ну и самое интересное, это два режима, о которых я хотел бы сегодня поговорить. Заходим в настройки, опускаемся в систему, выбираем жесты, и уже в жестах у нас здесь модуль релакса. Коротко, о чем это? Если в этом режиме положить телефон вот так, прозвучал один виброотклик, и это значит, что теперь звонки все входящие будут в таком положении находиться. Если будет телефон, то только вибро будет работать, не будет звуков. Вот. Довольно-таки прикольный режим, учитывая то, что в кармане, когда вы сидите в машине, телефон находится именно вот в таком положении. И звучит вот этот вот виброотклик. Ну, и вдогоночку. Самая главная фишечка. Это камера, которая быстро включается. И второй, это настроенный интернет, вернее браузер. Раньше я сюда ставил Яндекс.Навигацию, но не так это сильно актуально, как камера. И здесь полноценно работающий Google Lens есть. Сейчас продемонстрируем, насколько хорошо он все это поймает. Вот так вот работает. Это три веселые фишечки, которые рассмотрели сегодня. И да, по корпусу. Здесь все полностью пластик, но носить его без защитного чехла даже прикольнее, чем с силиконовым чехлом. Вот так вот выглядит задняя стенка с учетом использования его уже порядка таки 2 месяцев каждодневного жесткого использования. Спереди, да, я наклеил еле заметную пленочку. У нее отвратительная олеофобка, но тем не менее, чтобы себя успокоить, какая-то защита есть. Хотя само стекло утоплено под небольшим бортиком. Вот, буквально там 1-1,5-2 мм бортик выступает над поверхностью стекла. И за это можно не переживать, что там где-то о стол поцарапается, либо неровную поверхность. В общем, как-то так.